Придет генерал Бицкой, оставишь нас одних. Угу. Ну, где же он, в конце концов? Он при дверях, ваше императорское величество. Все хорошеете, Варенька? Иван Иванович, у меня есть радостные новости для меня, вашей императрицы, а значит, и для вас. Я весь внимание, ваше величество. Присаживайтесь. Благодарю. Наши французские гости уже сегодня будут в городе. Я получила письмо из Парижа от моего друга по переписке, Дени Дидро. Философ дает крайне лестную характеристику приглашенному мною скульптору. Вы имеете в виду этого господина Фальконе? Именно его. Послушайте, что пишет Дидро. Вот гениальный человек, полный всяких качеств, свойственных гению. Этот человек думает и чувствует с величием. Каково? Превосходно. Но позвольте сказать, ваше величество, если вы окончательно отвергли памятник Петру Первому Бартоломео Растрелли... Отвергла окончательно, несмотря на намерения Сената о его установке. И причина вам, как президенту Академии художеств, должна быть хорошо известна. Памятник создан в античной традиции, тяжелый, статичный. А по моему глубокому убеждению, памятник должен предстать не только образом самого Петра Великого, но и самой России, устремленной в будущее. Замечу вам, что в Европе сам господин Вольтер разделяет мое мнение о русском государе. Но почему вы настаиваете именно на этой кандидатуре, а наш молодой, талантливый скульптор Федор Шубин? Федор Шубин – превосходный мастер скульптурного портрета. Но замыслу по созданию могучего городского монумента его творческая манера не соответствует. Вот полюбуйтесь. Этот рисунок господин Фальконе переслал мне через нашего посла в Париже, князя Дмитрия Голицына. Именно этот рисунок убедил меня пригласить именно Фальконе. Здесь ясно видно, что этот француз понял и разумеет мой замысел. Надеюсь, это удачное начало. К тому же наш посол в Париже, князь Голицын, уже подписал со скульптором контракт о его работе в России. Князь написал, что просит обратить особое внимание на бескорыстие Фальконе. Я счел себя вправе предложить 300 тысяч, но господин Фальконе счел таковую цифру преувеличенную и настоял на 200 тысячах. Ваше императорское величество, возможно, за этим бескорыстием скрывается творческая неуверенность или, не дай бог, профессиональная несостоятельность. Господин Фальконе давно является профессором Французской академии художеств. Прославился со своими работами в Европе. Ваши опасения, Иван Иванович, лишены каких бы то ни было оснований. И все же позволю себе усомниться, что иностранец, француз, способен понять правильно стремление русской души, ваше величество, высокий замысел.
Этот памятник установлен в конце 19 века. А кому он, знаешь? Знаю, царице Екатерине. Только не царице, а императрице Екатерине II, признанной в истории великой. Как Петр Великий? Да, Екатерина задумала воздвигнуть в Петербурге монумент Петру Великому в память его славных дел. В эти годы Россия дважды воевала с могучей Османской империей. О, это граф Алексей Орлов. Под его командой русская эскадра разгромила турецкий флот на Черном море в Чесменской бухте. А это Григорий Потемкин, светлейший князь, любимец Екатерины. Потемкин руководил нашими войсками под командованием фельдмаршала Румянцева и генералиссимуса Суворова. Вот они, слева и справа от Потемкина. Войска освободили Крым, открыв для России выход к Южным морям. Создан флот под командованием непобедимого адмирала Федора Ушакова. А еще в это время произошло Пугачевское восстание. Я знаю, Пугачев был самозванец. Он выдавал себя за умершего императора, mm-hmm. бывшего мужа Екатерины. Mm-hmm. Хотел ее свергнуть и править вместо нее. Mm-hmm. Да, это было жестокое, кровопролитное восстание. Длилось 2 года, пока русские войска не подавили его, и Пугачев был казнен. Все эти мужчины, изображенные вокруг постамента, звались «Орлы Екатерины». Смотрите, волк! Волк! Государыня. Вы видите, это государыня. Р-
русская императрица сидит верхом, как мужчина. Наша государыня не только по-мужски сидит в седле, но также изволит баловать себя нюхательным табаком. Но это не мешает ее величеству оставаться при этом великой женщиной. Ступай. А где капитан Ласкари? Караульный ищи. Так по-твоему выходит, что ты служишь порученцем у отца родного самой матушки императрицы Екатерины Алексеевны? Ты можешь верить, а можешь не верить. Я и сам не верил, пока не услышал, как при прусском, да и французском посольствах об этом частенько поговаривают. Ну и что такого ты там услышал? А именно то, что Бецкой – незаконный сын князя Ивана Трубецкого. Отсюда фамилия. Дается по вашему, по русскому обычаю. Угу. Для незаконного сына дворянина без первого слога. Трубецкой, Бецкой. Да это все и без тебя знают. А при чем тут наша матушка-императрица-то? Ну-ну. Повторяю, для непонятливых. Еще в царствовании Елизаветы Петровны молодой Иван Бецкой был направлен на дипломатическую службу в Париж, но прославился не столько служебными успехами, сколько бурным романом с легкомысленной замужней красоткой принцессой Иоганной Елизаветой Ангальцербской, будущей матерью нашей будущей императрицы Екатерины II. Следующие люди подсчитали сроки, и выходит, что государыня наша, дочь Бецкого и этой самой принцессы. Люди подсчитали. Это что, доказательство? А то, что ее императорское величество особо благоволит Бецкому. Поселила его единственного в Зимнем дворце вблизи своих покоев, должность дала высокую, да еще и не одну. А разве тебе не известно, что Бецкой генерал-поручиком уже был до всяких должностей? Вот она где правда-то, понятно вам теперь? Здесь он, ваше превосходительство. Капитан Ласкари, тебя мой посыльный нигде отыскать не может. А ты тут в караулке прохлаждаешься. Оставьте нас. Вот распоряжение Ее Величества Императрицы о поселении, об устройстве нашего французского гостя с его компанией. Читай. Это в доме на реке Мойке. Мне этот адрес известен. Да. Угол Морской улицы и Кирпичного переулка. Для осмотрения за порядком поставить отставного поручика Андрея Петрова с женой. Двухконная карета, кучер, французский повар, горничная, лакей, мальчик-казачок на посылках. А казачок-то зачем? Тебя по всему Петербургу отыскивать. Дальше читай. Мое намерение таково, чтобы в России никто не беспокоил господина Фальконе
чтобы квартира и мастерская принадлежали ему до тех пор, покуда он не скажет: «Я боли не желаю». Вот и приступай к исполнению. Другие распоряжения были? Других не было. А вот фамилии твоей матушка государыня интересовалась. Ласкари, говорит. На немецкую и голландскую не похоже. Французскую тоже. Уж не из турок ли? А вы на это что же, ваше превосходительство? Успокоил матушку государыню. Сказал, что ты бежал из Греции от турецкого засилья, поступил на русскую службу, дослужился до капитана, и теперь, благодаря твоему греческому происхождению, проявляешь отменную смекалку. Премного благодарен за вашу милость. Я тебя хвалю, а ты тут пьянку затеял. Виноват. Не судите строго. Ведь видит Бог. Мы с господами офицерами пили исключительно ваше здоровье. Врешь, ох, врешь. Да еще Господа Бога нашего соучастники зазываешь. Смотри у меня. Опять не получилось. Не получилось! Ну почему же не получилось? Все прекрасно получилось. Доброе утро, мадемуазель. Доброе утро. Маэстро, ваш заказ выполнен. Показывай и поживее. Прошу. Медвежьей кожи, как просил маэстро? Не кожа, Мари, а шкуры. Шкуры. Шкуры такие огромные, замечательные. Именно то, что мне нужно. Вот у этой фактуры, по-моему, более выразительная. Ты согласна? Да, пожалуй. Но это тоже очень красиво. Да. И пахнет зверем. Мне, признаться, любопытство замучило. Для чего вам эти медведи? А? Вы хотите ими мастерскую украсить? Или, может быть, на полу в гостиной расстелить? Некоторые любят. Коня сюда. Помоги мне. Вы что ж, намерены так лошадей согревать? Так тепло вроде. И потом, если что, в придворной конюшне попоны имеются, суконные и с начесом. Капитан Ласкари, на такой шкуре будет сидеть фигура Петра Великого. Государь будет на шкуре сидеть? Что-то как совсем необычно. А? А? А его превосходительство Иван Иванович вот об этом вот оповещены? Ни в коем случае. Даже государыня императрица об этом ничего не знает. Что вас так привлекает за окном? Петербург, ваше превосходительство. Какая красота!
Какое величие! Представляете, ваше превосходительство, перед отъездом в Россию меня и моего друга Дени Дидро, наши общие знакомые, пугали всякими небылицами. Твердили о страшных людоедах, о медведях и волках, которые свободно разгуливают по улицам русской столицы. Стращали немыслимыми дорогами, неведомыми людьми. Угу. Забавно. Узнаю французскую осмотрительность. Кстати, вы обратили внимание на небольшую копию памятника Марку Аврелию, которую я распорядился отвезти вам в мастерскую? Да, обратил. Благодарю вас. Угу. Это будет мне не лишним подспорьем в работе. Подспорьем и только. Отведайте клюквенной наливочки, моя любимая. В Париже вас такой не попотчуют. Удивительный вкус. Рад, что вам понравилось. А теперь позвольте мне поделиться своим представлением о памятнике государю Петру Алексеевичу. Угу. Видится мне статуя государя Петра Алексеевича в римской одежде. В распростертой правой руке держит он скипетр, а левый касается меча, коим перепоясан. Под левой рукой имеется книга с подписями и регламентами сего великого государя. Внизу основание пирамиды. Пирамида обязательно, как постамент. Изображены четыре аллегории. Благоразумие, добродетель, правосудие и победа. Я их еще не очень четко себе представляю, но вы придумаете. А можно и другие аллегории? Что-то здесь душно, вам не кажется? Кажется, кажется, ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Я полагаю, вы знакомы с моим первоначальным эскизом монумента, который я посылал государыне и который решил мой приезд в Россию? Знаком, знаком. А как же? Но видите ли, это ваш первоначальный, как вы сами сказали, эскиз, так сказать, первый порыв, дуновение влюбленности. А потом наступает проверка чувством серьезным. Не так ли? Теперь извольте выслушать меня, ваше превосходительство. Памятник будет выполнен просто. Фигур варварства, любви народной, символа нации в нем не будет. Петр Великий сам себе сюжет и атрибут. Надо показать человечеству более прекрасное зрелище. Творца, законодателя, благодетеля своей страны. Однако вы горячий человек, господин Фальконе. Позвольте спросить, сколько вам лет? 50, ваше превосходительство. В вашем возрасте я тоже... Бывало, горячился, о чем сейчас нередко жалею. И не забывайте, что по высочайшему повелению я президент Академии художеств. Фонтен, я чего-то не пойму. Ты тоже скульптор? Я не... Я только помощник маэстро Фальконе. И Мари Кало помогает тоже. Знаешь, мы думали, что этот офицер, Ласкари, будет и тут нашим переводчиком.
А он объяснил, что при дворе вашей императрицы все говорят по-французски. Иные даже лучше, чем на родном языке. Ты французским владеешь. А ведь ты не придворный? Я поручик Петров в отставке. И моя жена, ваша повариха, зачислены в дворцовое окружение. Потому и французскому обучены. Ну, жена твоя французский знает так себе. Зато кормит вас по французским рецептам. О, да. И к тому же твоя жена красавица. Красавица. А ты, Фонтен, если будешь на нее заглядываться, я тебе это. Ты мне что? Я тебе. Не знаю, как французскими словами выразить. Ля-ля. Я понял. А ведь я тоже русский начал изучать. Ну вот, например. Ну, например, спасибо. Давай-давай. Налево, направо и как его? Сволочь. Начало хорошее. Ваша государыня-императрица недаром славит умнейшей женщиной. Даже угадала место моего рождения. Вот. Поздравила меня с почетным российским академиком и назвала «высокородный господин». Совершенно права. Ведь я-то родился на чердаке. Ну, теперь пойдем встречать государыню. Мари, Фонтен, за мной. Послушай, ты, барон Бильштейн, моя правая рука по конторе строений, должен быть отменно убедителен. Повтори те самые основные, так сказать. Ваше превосходительство, тут они все основные. Какие прикажете повторить? Что-то я не вижу копии памятника Марку Аврелию, который я послал этому французу. Ваше превосходительство, а как проголосовали наши академики за избрание этого француза? 11 голосов за и 3 против. А вы как проголосовали? А я вообще не голосовал. Ведь я представлял Фальконе в Академии художеств по велению ее императорского величества. Угу. Кроме положения напротив Зимнего дворца или у главных ворот Адмиралтейства, между зданием Сената и самого Адмиралтейства. Наиболее предпочтительным, Ваше Императорское Величество представляет положение на той стороне реки Невы, сидеть на Васильевском острове. То есть, насупротив, то есть, при въезде на Исаакиевский мост, ведущий к Адмиралтейству, вот здесь, в
возможно, устроить небольшой мол, насыпной мол, на котором наилучшим образом поместить самый памятник. Вот. Вот, с тем, чтобы он хорошо смотрелся со стороны воды, а также с обоих берегов, а кроме того, обозревался со стороны обоих берегов всеми, кто проходил бы или приезжал по мосту. Какие, однако, ревностные у вас в конторе строений, родители о лучшем месте для монумента. Только я, ты уж прости свою государыню, Иван Иванович, из многословия этого ничего не уразумела. Да и господин Фальконе и остальные, как я полагаю, мало что поняли. Так почему все-таки на Васильевском острове? Ваше императорское величество, в таком положении государь Петр I сможет, так сказать, с высоты своей лошади смотреть правым своим глазом на старую Россию, то есть на восток, а левым своим глазом на новую Россию, Васильич, на запад. Вот. Вот теперь понятно. Следовательно, одним глазом сюда, а другим сюда. Ну, насмешил. Глаза в разные стороны. Надо же было придумать такую глупость. Вернемся же к модели вашей. Всадник сей великий и сей прекрасный конь, вопреки вам и между пальцами вашими, что касались глины, поскачут прямо к потомству, которое, полагаю, вопреки современникам, сможет оценить совершенство. Создание талантов и трудов ваших утверждаю, и сенату о том собственноручно отпишу. Ваше Величество, без вашего высокого понимания искусства, без высочайшей помощи вашей... Не умаляйте свои заслуги. Главный виновник всей победы вы. А вот Бицкой на радостях пришлет к вам из Академии изрядного рисовальщика, чтобы сделать со скульптуры срисовку для истории и мне на долгую память. Слушаюсь, Ваше Величество, будет исполнено незамедлительно. Ваше Величество, последнее время меня все убеждают, что так называемая ученица господина Фальконе сама в скульптуре ничего не делает, а произведение, приписываемое ее таланту, на самом деле работа самого скульптора, которую он выдает за ее авторство. Какая для него в этом необходимость? Не могу судить, Ваше Величество, с какой целью такое делается. И кто вас в этом убеждает? Государыня, прошу вас, увольте меня от перечислений имен, но поверьте, это все достойнейшие люди. Ну, справедливость таких обвинений легко проверить. Господин Фальконе, ваша ученица не только очаровательна, но и талантлива. Мне показали ее работы. А что, если я закажу вам свой портрет в мраморе? Хочу сделать подарок моему дорогому другу, месье Вольтеру. Ha 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 ha!
долг взять никак не могу. Ну, чем ей не угодил Бартоломео Растрелли, а? Ведь он был современником Петра Великого, пользовался его доверием. Ну, какое это имеет значение, что памятник Петру он изваял уже после смерти императора, а? Зато какой памятник, что твой Марк Аврелий. Что, скажи, еще нет? Ну, то-то и царственный такой, помпезный, так и просится на пьедестал. Нет, и какого-то другого Петра подавай. Баба, она и есть баба, хотя бы императрица. Ну, давай уже. Передашь кому-нибудь мои последние слова, запалю насмерть, сгною. Премного вами благодарный. Мало ли чего, в душевном расстройстве не скажешь. Ну а чтобы сенату рты позатыкать и оставить скульптуру в Литейном дворе без всяческого народного лицезрения томиться. Это что? Не понимаю. Задуй свечи. Задувай, не задувай. Поворчи мне. Вот возомнило, что какой-то француз России угодит. Этот памятник тоже Екатерина поставила? Нет. Этот памятник поставил ее сын, император Павел I. При жизни Екатерины он с ней враждовал. И когда Екатерина внезапно скончалась, он приказал выстроить Михайловский дворец и поставил перед ним памятник Петру I, который был сделан архитектором Бартоломео Растрелли, и который Екатерина считала неудачным. Почему? Петр Великий выглядит здесь не русским правителем, а каким-то самодовольным римским императором. Ваш император был великим не только по делам своим, но и по росту. Вот копию гипсовой этой маски можно будет доставить мне в мастерскую? Непременно. Озабочусь вашей просьбой, доставим. Представьте себе, в Петербурге есть люди... Я даже знаю одного такого, которые заходили вот в эту залу поздним вечером и подолгу разглядывали фигуру Петра Великого. Так вот, и император, говорят, поднимался со своего кресла во весь рост и громогласно возвещал: «Нечего вам тут делать в сей поздний час! Вон пошли отсюда!» А что же люди? Бежали прочь, без оглядки бежали, и больше в эту залу ни ногой.
Маэстро, пойдемте отсюда, уже вечереет. Нечего вам тут делать. Вон пошли отсюда. Ваше императорское величество, докладывает капитан полевых войск Ласкари. Необходимый для создания монумента новый литейный дом построен. Рабочие люди проявили чудеса самоотверженности и находчивости. Молодец, капитан. Молодец. Но если ничего не напутал... Поблагодари от моего имени весь этот названный тобою народ, а особо отличившимся, повелеваю раздать награды. И себя не забудь. Деньги, и немалые, получишь его светлости князя Бецкого. Будет исполнено, ваше императорское величество! Сотворение задуманного мною памятника обратилось во всенародное дело. А вы все толдычили. Француз, француз. Для любого иностранца Россия становится пробным камнем его достоинств. Тот, кто успевал в России, мог быть уверен в успехе во всей Европе. Нигде, как в России, нет таких мастеров подмечать смешные, слабые стороны и недостатки иностранца. Иностранец как бы рассматривает себя со стороны. И если умен, то это идет ему на пользу. Вот, Гришечка, милый мой, говорят, в Европе без ведома русской императрицы ни одна пушка выстрелить не смеет. А у нас в Петербурге пушкари каждый полдень отмечают залпом. И еще ни разу не опоздали. Ни на одну минуту. А мы, матушка, государня, вашу десяточку валетом, валетом. А мы вашего валета прибьем тузом. Хочу пожаловаться тебе, милый мой князь Григорий. Бецкой не оставляет мне ни минуты свободного времени. Завалил меня проектами своих подчиненных о месте установки памятника Петру. Да. Один проект... Красивее и глупее другого. Но все решено к всеобщему одобрению. Сенат срочно собрался и постановил обратиться к матушке-государыне с просьбой самой определить место установки памятника без учета каких-либо проектов. И что теперь? Я определила поставить монумент на площади между Невой рекой и Адмиралтейством. Угу. Великолепно. Тяжело обнаружить что-либо более подходящее. Совершенно согласен. Предсоветую вам, Иван Иванович, почаще брать пример со светлейшего князя Потемкина. И сам государственные дела успешно ведет. И не докучает мне без особой надобности. А то шагу без меня ступить не можете, чтобы не запутаться.
А что ты скажешь о том бронзовом купидоне, коего мне прислал Фальконе? Купидон великолепен. Начинаешь верить, что именно такой амурный шалун поражает наши сердца своими стрелами. Совершенно согласен. Смею заметить, что заслуга в этом не только Фальконе, но нашего известного опытного летчика пушек Кайлова. Запамятовал его по имени. Я написала Фальконе, что хочу оплатить его работу за Купидона. А он мне отвечал, что денег не примет. И ему дороже денег мое доброе внимание. Я на месте этого француза ответил бы точно так. Совершенно согласен. Да, правильно. Попробовал бы ты не согласиться со мной, не говоря уже о матушке-государыне. Закрой рот, сдавай твой черед. Господа, господа, идите строго за нашими офицерами. И смотрите под ноги внимательно. Тропа здесь очень скользкая. Смотрите, господа, Гром-камень. Видите трещину? Это молния в него ударила в незапамятные времена. Отсюда и название Гром-камень. Люди говорят, что сам великий государь Петр Алексеевич поднимался на этот камень и подолгу оставался там, наблюдая за маневрами своего флота в заливе. Ваше Величество, давайте сделаем перерыв. Отдохните. Вы удивительная женщина. Удивительная. Могла ли я когда-нибудь представить, что сама императрица будет позировать мне так терпеливо и послушно? Похоже. Очень похоже. Теперь мне особенно понятно, почему господин Фальконе вас так хвалит. Вы знаете, что равняет всех женщин вне зависимости от их происхождения и положения в обществе? Любопытство. И в этом со мной императрицей может равняться, ну, скажем, повариха, которая готовит угощение для вас и господина Фальконе. Чем же, Ваше Величество, я могла бы быть любопытна нашей поварихе? Ну, мера вашего таланта она вряд ли интересуется. А вот характер ваших отношений с маэстро ее, безусловно, должен занимать. И вас, Ваше Величество, это тоже занимает? Я же сказала, любопытство равняет женщин. Не скрою. Да,
О ваших отношениях с господином Фальконе ходят упорные слухи. Но правдивы ли они? Никто не знает. В наших отношениях с маэстро нет ничего секретного или таинственного. 15-летней девочкой я осталась сиротой. С увлечением рисовала и делала попытки лепить из глины небольшие фигурки. Господин Фальконе был уже известным скульптором. Я тогда жила неподалеку от его прошлой мастерской и решилась прийти и проситься в ученицы. Да, сейчас я понимаю, что это был жест отчаяния, но все закончилось более чем благополучно. Мои работы, если их можно так назвать, понравились маэстро. И это решило мою дальнейшую жизнь. А как к этому отнеслись близкие вашего учителя? Его жена? Маэстро вдовец. У него есть сын Пьер, но фактически они мало общаются. Вы молодая женщина. Вы умны, очаровательны. Маэстро никогда не выражает своей симпатии ко мне как к женщине. Он говорил мне только о моем таланте и поощрял мое стремление в искусстве, конечно, терпеливо обучал ремеслу. А его сын, он тоже художник? Да, он художник. Пьер с нашей первой встречи стал ухаживать за мной. Признался мне в своих чувствах. Он ревнует меня к своему отцу, но не как к сопернику, боже упаси, а как к мастеру, который ставит его живопись ниже моих работ. Интересно было бы взглянуть на вашего Пьера и на его живопись. Ваше Величество, вы разве не знаете, что Пьер совсем скоро собирается в Россию, в Петербург? Впервые слышу. Ох, Бицкой, злой старик. Только о своих капризах и думает. Продолжим. А что до моих чувств? Должна вам признаться, не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы маэстро проявил ко мне внимание как к женщине. Бездарен, бездарен. Бездарен, проклятая мертвая маска. Я не могу ее оживить. Я сам разрушаю образ Петра. Своими руками разрушаю. Неужели это конец? Своими руками разрушаю. Неужели я должен...
должен признать свое поражение, это мертвая маска. Никто. И никто не может мне помочь. Никто. Маэстро, где вы были? Что случилось? Это же с ума можно сойти от беспокойства. Вас уже разыскивают. Кто? Капитан Ласкари. Но мы вынуждены были его просить. А Мари? Мари. Она... Маэстро, она втайне по ночам лепила голову Петра. Она прятала от вас. Я велел ей выставить портрет в мастерскую. Спасибо. Спасибо, Мари. Ты спасла меня. Папа, а я могла быть фрейлиной императрицы? Ну, если бы ты была лет на 5 постарше и происходила из известного дворянского рода, то, наверное, могла бы. А я не из дворянского рода? Нет. Ты, как и Фальконе, самого простого происхождения. Привет. Ну что, ты еще по-прежнему мой друг-актер или уже французский скульптор Фальконе? Привет, привет. Да нет, нет, дружище, ты не ошибся. Я действительно очень увлечен этой новой ролью. Ты знаешь, кто-то сказал, не знать прошлого значит не видеть будущего. Очень точно сказано. Кстати, Екатерина Великая говорила, управлять значит предвидеть. Как раз сейчас читаю, какая перепалка случилась, когда Фальконе выставил свою скульптуру уже в натуральную величину. Самым ярым противником оказался некий господин Яковлев. Я в бешенстве. Прости, Господи. Просто в бешенстве. Ну, разве же? Это наш император. Петр Великий. Что это за одежда на нем? Уж никоим образом не русская. Просто позор какой-то. А усы? Вот тут многие говорят, что Петр в жизни носил вот такие усы. Ну, так тоже в жизни. А другое дело... На торжественном монументе. Вместо седла какая-то шкура. Лучше уж совсем без седла. А что же у него на голове-то? Уму непостижимо. Еще змея это. Все это просто недопустимо. Так считаю не я один, а 500 дворян. Моих единомышленников. Они возмущены вот этим вот творением. Фу, прости, Господи.
Представляешь, какое впечатление это поношение произвело на скульптора? Он был в ужасном состоянии. Но Екатерина его успокоила. Этот Яковлев, о котором вы мне пишете, человек презренный, полный мошенник. Недавно надул двух добропорядочных господ. И в довершение, он не дворянин вовсе, хотя утверждает, что 500 дворян разделяют его образ мысли. В конце концов, весь этот конфликт разрешило мнение архиепископа петербургского Платона, побывавшего в академии. Остается только поздравить автора этого творения. Мы вознесли благодарственную молитву ко Господу Богу нашему Иисусу Христу о благополучном завершении отливки этой статуи. А самому автору я даю свое архипастырское благословение.
Чудо, сотворенное господином Фельтоном. Не мной одним, государыня. Ваше Величество, можно начинать? Начинайте. Это ведь я придумал. Без моей придумки его не то что передвинуть, с места нельзя стронуть. Цены тебе нет. Высочайшим повелением Ее Императорского Величества мне, галерному мастеру Григорию Корчевникову, оказана высокая честь и поручено не только представить высокочтимому Сенату разработанный мною план предприятия, но и спросить решение о его утверждении для скорейшего воплощения, коим Ее Императорское Величество сомнений не имеет. Вы, достопочтимые господа сенаторы,
отныне в полной мере ознакомлены посредством разработанных мною чертежей с последовательным планом намеченных работ. Руководить означенными работами назначенный капитан-лейтенант морской службы Яков Лавров, а также член адмиралтейств коллегии адмирал Мордвинов. Перевозка Громкамня по водам реки Невы и затем установка означенного камня как постамент будущего памятника Петру Великому на Сенатской площади. Сие предприятие ее императорское величество определило как дерзновению подобное. Камня по воде Екатерина считала подвигом русских моряков. Меня напугал. Иван Иванович, ваше превосходительство. Мне удалось подсмотреть письмо ее величества к Фальконе. Он меня осмотрительно оставил его на ящике, сам пошел лепить. А тут я. А что в письме? Сейчас. Я вот переписал себе слово в слово. Презирайте болтунов. Будь между ними почтенные люди. Вот что я повторяла и что не раз говорила. Напрасно беспокоился. Я уже давно понял, что государь от своего замысла не отступится. Остается надеяться, что этот упрямый француз не сможет до конца довести свою работу и вообще много на себя берешь. Раньше меня доложил государь о создании литейного дома. У какого-то нашего кузнеца купил способ за 20 рублей, по которому передвигали гром камень, а теперь хвастаешься повсюду, выдаешь за свою выдумку. Это кузнец? Проболтался? Кузнец нем, как рыба. Для простого мужика 20 рублей немалые деньги. О, наговоры все это, ваше превосходительство. Ой, Ли! Видно, я напрасно по доброте душевной сделал тебя полицмейстером. А я вернусь в Грецию и сдам мемуары. И... Пошел вон! Бог тебя послал мне, Эмильян. Пробная наша отливка Купидон мне передают. Очаровала императрис. И князь Потемкин похвалил. Я уверен, нас ждет удача. Я, Емельян Кайлов, на своем веку наотливал пушек несчетно. Вот эдаку махину.
Никогда не думал. Удивляешься? Я удивляюсь, как ты хорошо по-русски говоришь. Я ехал в Россию сначала в Санкт-Петербург. Моего франсе вполне хватало, чтобы говорить с императрис, с Бецкой, с Ласкари. За 8 лет простого вашего люду повидал, как ты говоришь, несчетно. Поневоле языку научишься. Мир вам. Ты как раз вовремя. Такой человек, как Юрий Матвеевич Фельтон, всегда кстати. Обработка пьедестала почти окончена. Ага. Камечки расстарались, любо-дорого поглядеть. Теперь дело за нами. Летечки готовы, ждут команды. Так, Емельян, ну-ка посмотри еще раз. Толщина головы и шеи гораздо тоньше. А вот переход к ногам. Купидон их очаровал. Это не твой памятник. Ну что? Тут любая промашка может бедой обернуться. Емельян! Зовут? Оу! Ага. Готов? Начинаем. Идем. Боже правый, не остави нас своей милостью. Вы чем-то встревожены, Ваше Величество? Встревожена? С чего это мне тревожиться? Простите, мне так показалось. Ей так показалось. Вам пакет от господина Фальконе, Ваше Императорское Величество. Приказано доставить незамедлительно.
Я так и знала. Что случилось, Ваше Величество? Это письмо от скульптора Фальконе. Он пишет, что его работа над памятником закончена, гарантирует безупречность отливки статуи. Прощается. Я так и знала. Анастасия, душенька, скажи, ведь ты, помнится, была на свадьбе Мари Кало с этим самым Пьером Фальконе, сыном нашего скульптора? Да, Ваше Величество, была. И что тебе особенно запомнилось? Меня тогда несколько удивило то, что невеста казалась грустной среди царившего вокруг веселья. Ведь ты с ней позже встречалась? Вы были подругами? Ну нет, подругами нас, думаю, нельзя назвать. Хотя Мари всякий раз выказывала мне доверие. И в чем это выражалось? Незадолго до отъезда она призналась мне, что беременна, и что хотела бы рожать ребенка не в России, а во Франции. Моя женская интуиция никогда меня не обманывала. Он и года без нее не выдержал. Слава богу, что Мари Кало оставалась в Петербурге, пока он не закончил отливку статуи. Не понимаю, зачем долгие годы было скрывать свои чувства? Что-что? А это не в моих правилах. Да и сыночек этот, Пьер Фальконе, посредственный живописец и человек вздорный. Ох, Мари, Мари. Господин Фельтон Юрий Матвеевич славен не только делами, названными Вашим Величеством. Он автор решетки летнего сада. По его проекту одеты камнем набережной Невы. Мне это известно без ваших подсказок. Я призвала вас, чтобы лично сообщить вам мое повеление. Господин Фельтон, вы главный архитектор нашей столицы, Санкт-Петербурга, а значит, лучший архитектор всего государства российского. Вы много трудились рядом с Фальконе, хорошо знаете его образ мысли, а главное – характер. Уверена, своего решения о возвращении во Францию он не изменит. Да, Ваше Величество. Я имел честь близко узнать этого гениального художника и даже заслужить его дружбу. Отныне вы назначаетесь моим доверенным лицом за установку памятника на пьедестал. Это мое решение сегодня же будет одобрено Сенатом. Не сомневаюсь. Приступайте к своим обязанностям. Ваше императорское величество! Ваше императорское величество, вы постоянно повторяли одно из ваших правил – хвалить ближних публично, а выражать свое неодобрение с глазу на глаз. А тут так резко оборвали меня, да еще при Фельтоне. При чем тут Фельтон? Вы в течение 8 лет хотели помешать скульптору закончить его творение. Свидетельство тому его постоянное обращение ко мне, вашей государыне. Я только посетовала на свою ошибку в должностных назначениях. А сейчас, с глазу на глаз, я эту ошибку исправлю. Иван Иванович, вы более не являетесь президентом Академии художеств. И если не будете исполнять всех просьб Фельтона по установлению памятника, то оставите и должность директора конторы строений. Ну, как видите, я своих правил не нарушаю. Я никогда не нарушаю своих правил.
Ну, вроде бы все. Андрюша. Монами. Это тебе для памяти о пятном фонтене. Спасибо. Только вот мне тебя нечем отдарить. Ничего не надо. Только не забывай меня. Фу. Монами. Маэстро, друг мой дорогой, позвольте вас спросить еще раз. Уверены, что не пожалеете о своем решении? Еще раз отвечаю вам – нет. Вы знаете, насколько высоко я ценю многолетнее покровительство императрицы. Она постоянно повторяла мне – идите своим путем. Препятствия созданы для того, чтобы талантливые люди их преодолевали и тем самым умножали славу свою. Незабываемо. А вы не обижены тем, что предложена вами фразу на постаменте «Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая» императрица изменила, убрав слово «воздвигла»? Замечательно. Всего одно слово исчезло, а смысл стал иным. Это самое «воздвигла» ставила Петра выше Екатерины. А теперь она стала вровень с ним. Этьен, Этьен,
великий Фальконе. Вы хоть понимаете, на что меня обрекаете? Но я ни минуты не сомневаюсь в том, что как только монумент поднимется над городом, злые языки припишут всю вашу славу мне, человеку, всего лишь завершившему ваш титанический труд. Вы оставляете меня заложником вашей славы. Этьен, это выше моих сил. Если вы в полной мере понимаете, что сделано мной, Этьеном Морисом Фальконе, значит, сможете справедливо оценить и свою долю труда и успеха. Я вам верю. Верю, Фельтон, милый мой товарищ. Спасибо, Этьен. Этот памятник не только Петру Великому, а десяткам, сотням русских людей, которые помогли мне, без которых не смогло состояться мое творение. Простые русские крестьяне, плотники, кузнецы, литейщики, солдаты, моряки. Это Россия, которую я увезу в своем сердце. Какая дума на челе, какая сила в нем сокрыта, а в всем коне какой огонь. Куда ты скачешь, гордый гон, и где опустишь ты копыта? О, мощный властелин судьбы, не так ли ты над самой бездной на высоте уздой железной Россию? Поднял на дыбы. Thank you.